Всем привет! Включите, пожалуйста, VPN. Не жалейте свой VPN. Вот эта голяшка говяжья, кило 800 весит. Вот тут слева было копыто, и этот отруб называют еще и подбедерок. Ну, мясник нарубил. Здесь очень интересное мясо. Оно пронизано соединительными тканями, и когда все это сваришь, все это очень вкусно. Очень. Ну, мяса довольно много, кстати. Кило 800 весит этот подбедерок. Ну, примерно половина мяса. Цена в Москве от 300 до 500 рублей. Обычно такая. На конец 22 года. Вымыл. Наливаю воду. Ну, примерно 3 литра воды я налил. На выходе получится где-то 2,5 литра. Концентрированного мощного бульона. Снимаю свернувшийся белок в 3 захода. Довольно тщательно. Ну вот второй заход. Вот мясо тут уже варится. И сюда больше ничего не добавляют. Вот просто ничего. Потом к столу подают там чеснок, зелень, к эмали можно, аджику. Но варим вот так, ничего не добавляя. Что касается интенсивности кипения, она должна быть вот такая. Можно чуть слабее. Все, закрываю 3,5 или 4 часа. Можно вообще не смотреть, не снимать крышку. Подготовлю. Ну, я появился на кухне через 3,5 часа. Измельчу чеснок. Можно и столуч в ступе. Измельчаю чеснок, зелень, петрушку в данном случае. Конечно, там может быть и кинза. Ну, один момент. Если вы сочтете нужным добавить при варке, скажем, луковицу, или даже луковицу плюс морковку, или даже плюс лавровый листик, то грузинский кулинарный бог вас не поругает. Я договорился. То есть это на ваше усмотрение. Все, 4 часа все варилось, все сварилось окончательно. Ну, мясо вот слезло с костей, а кости выпрыгнули из мяса. Вкусное мясо, очень-очень вкусное. Ну, солить, конечно, надо, или вот так джику, или ткемали. А что касается бульона, то ну, он требует соль, чеснок и зелень. Вот эти беленькие кусочки – это костный мозг, которого довольно много. Здесь вот, в этой кости, например, да? Классная штука. Очень насыщенный, крепкий бульон и очень вкусный. Чеснок туда, соль, зелень. Я поел с большим удовольствием. Ну, это блюдо на дворе 1 января или 2. Аджика зеленая – это аджика халапеньо. Мягкая аджика, я ее добавил в бульон, и получилось здорово. Всем приятного аппетита. Пока.